Хейо, гайс, с вами Шумики, мы продолжаем родить игру по названию Borderlands 2. И мы начинаем с вами новое DLC, и DLC связано с охотой за головами. Как вы помните, прошлое у нас DLC было с песками в оазисе. Мы же убили червя, давайте, короче... Получилось! Утерянное сокровище песков теперь твое, и это было замечательно, правда, Лайнел? Тонка повреждена. Полностью согласен. Убейте Гипериона непобедимого. Ну это все понятно, это у нас все-таки нас не апнули, но нас надо хотя бы убить одного. Ладненько, не в этом суть. Так, блин, мне легче вот так сделать, сохранить, выйти и вернуться и продолжить. Короче, у нас с вами варианты: индюшка, ну типа День благодарения, Новый год, отдых, Хэллоуин, либо свадьба. Блять, а я здесь вообще нахожусь. В логове там, кажется, нет телепорта. Бля, лучше бы я уже так добежал. Ё-моё. Ладно. И я, короче, подумал, давайте, наверное, пойдем с вами в DLC-шку. DLC-шку. Для романтиков. Да? Да. DLC для романтиков. Для этого мы сейчас быстренько возьмем машину, которая у нас здесь находится. Быстро доеду. Это запчасти, которые мы вставляли в машину. Классно. Я не замечал этого. Да, баги свои есть в этой DLC. Давайте я типа... Что в этой DLC-хе плюсы и минусы? В принципе, прикольный сюжет. С пиратами, сокровищами, много разных врагов, разновидностей врагов. А боссы, много боссов DLC. Ну, как не DLC, а дополнительный тоже. Музыка была прикольная. Это чё? Очистить завод. Ну, бля, это не будем делать. Так, ладно. Haters Folly. Ржавь. А на самом деле я уже не помню, куда мне нужно. Южный птак, самогонный завод, маяк, убежище, ущелье от мороженых, Нагорье, холодильник, так, Тундрокспер ферма, крепость кровопески, Линчвуд, Рединый мор, сердце пустыни, бесплодные земли, кладбище. Хотел бы так, Эридийный мор, перспектива, тысяча порезов, гиперионский завод, я и так. Ильки пещеры, Гипериона, Новгород, Новгород, холодильник, тундра, эксперт ферма, крепость кровомесов. Пески, давайте так смотреть. Котел Белозуба, Эридийный мор, ущелье героя. Это оазис, это где мы сейчас. Дом железяки, южные шельфы. Ижина. Грут охотников, дикая редкость. А, это я вспомнил. Ордантон, скала света рака. Короче. Ребята, я что-то потерялся в карте. Давайте тогда отправимся куда могу. Это были уже у нас. Эти, блин. Ну, а давайте, короче, смотреть так. Скромный порт. Сюда. А, вот, все, DLC подсвечивается. Розовенький. Ага. Ага, Не, ладно, оно подсвечится, но это DLC, который я сказал вам, самый последний будем проходить. Священная... О! Мордобой. Священная лощина. Это DLC. Так, бар в безбашенности. Южная петля. Остров Трахбах тоже. Самогонный завод. Вот, все, я нашел, вспомнил DLC-шки. Нам нужен самогонный завод, ребят, с вами. Я вспомнил все-таки.
Я все вспомнил. Скажи, блядь, уже 5 минут прошло. Ёбаный в рот, ты еще даже в DLC не зашел. Мы зашли. Привет, искатель хранилища. Я рада най... А найди меня. Так, сразу. Тебе его продаем. А, по патронам у нас. Так, снайперка. Дробовик. Все готово. Вот. О, сюда, вот новая DLC, но, конечно, здесь нету превьюшки. Ну, я говорил вам... О, как это мило! В воздухе запахла любовь. И серьезная любовь. И на скапленной экране. Ой, это... Наверное, это же такие же... Дурной пред... Туда прыгнуть можно. Я туда не буду прыгать. Так, чаша дурного знамени. Знамени. Хорошо. Так, нам нужно ящики пооткрывать с вами, чтобы получить достиженку. Сюда, малыш. В церковь. Она имеет в виду. Да? Мокси. Мы с Элли несколько лет воевали с бандитским кланом за Фордом и Риттерком. Но сейчас пришло время поговорить со священником, который находится внутри. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. Та-да-дам. О, как... Где он? А вот и он. Ну, очень мягкое приземление, к счастью... Я люблю железо. Пожарка и заложи... Так. Двое влюбленных по одному из каждого клана хотят пожениться. Мы позаботимся о том, чтобы свадьба состоялась и тем самым подарки клану... Так, мир. Моя шляпа похожа на пенис. Ясно. В общем, скажи, любовь... Так, любовь рядом. Мне нужна твоя помощь, если сердце правильного воединения клана закончится. Я вижу тут 2 сундука. Привет, Макси! Вряд ли ты попытаешься применить... Так, примирить кланы? Это зря, если клан объединятся, то станут еще сильнее, и тогда нам... Крышка! Надо их всех убить! Элли, насилие тут не поможет. Мы преобразовали применять твой взрывной метод, но прошло время для более... мирного. Ой, буря стихла. Вот это да. Может, в воздухе действительно витает любовь. Удачи. Так, давайте мы посмотрим шляпку, которую нам уже дали новую. Так. Вот это нам дали с вами. Пиратскую. Арр! Шляпку. Так, закрыто. Могилки. Сразу смотрим, что у нас тут. Ну, я говорю, карта у нас маленькая. Вот это вся область. Да, тут есть еще локации дополнительные. Но они, типа, знаете, типа, маленькие, ладно. Или нет? Или я соврал вам? Так, ладно. Снайперка. Тут тут пуляет. Новый уровень. Изим. 39-й. Давайте, короче, в колодец спрыгнем. Нам можно было в колодец спрыгнуть. Мне просто... Скорее всего, я в колодец спрыгну, у меня вот здесь дверь откроется. И там внутри что-то есть. Походу, наши противники будут это челики из клана. Да ж так. Здесь небезопасно. Так, давайте, ладно, апнемся. Сначала тут... Урон, 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 шанс, время, так, стихия, емкость, щитам. Урон, 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 шанс, меткость. Так, теперь, по способностям. Мы сказали с вами, что будем вкачиваться сюда. Так. И я что начал вкачивать? Ага, урон. Некоторое время начал повышать скорость подзарядки.
Давайте, блин, я не знаю, другого щит прокачивать. Почему нет? Не, мне не дается, короче, туда спрыгнуть. Побежали тогда дальше. Ну, в церкви в основном получается мне этот нужен будет. Так, маяк. В конце, может быть, самого долце. Мне разрешат открыть ящики. Рендек солдат. Во-во-во. Короче, я понял. Будем использовать пистолет. Может, они бесконечно здесь вылазят? Это мне легче уже просто пробежать. Не называй меня тупицей, тупица. Ты же купила нам дом, у которого только две стены. Он просто нуждается в косметическом ремонте, болван. Я тебя сейчас отремонтирую, скотина. Эй, за языком сли, если ты вчера не потерял ребенка, он бы сейчас все слышал. Я ничего не слышу из-за твоей стрельбы. Не отвлекайся на идиота-искателя. Лучше подумай о том, чтобы ты потерял нашего малыша. Не, потерял, а куда-то положил. Это две большие разницы. Кроме того, мы оба его ненавидим. И если ты так дальше будешь, я накажу тебя молчанием. Ох ты, горе какое! Я больше никогда не услышу твоего визга. Может, лучше пойдем погуляем, и тебе помолиться сожрет, а? А молотильник сожрет, а? А? Отвечай! А ты молчан затеял, супер. Ну ладно, я тоже умею в нее играть. Отвали, лошара. Я ненавижу скотелехранилище, но экономлю энергию, чтобы вышибить дух из Калина. Похоже, сильные тоже плачут. Супер. Но их не все равно нужно полегче, иначе война кланов. Ну или можно просто убить их. Сейчас я знаю, из рецепторов зелья. Нам понадобится что-то новое. Что-то старое, что-то одолжить золотое. Ой, я только что нашла одну штуку, которая заменит половину ингредиентов. Искать захоронить, отправляйся в точку с этим координатами. Вот туда. Заткнись, Бриджит. Если бы ты меня любила, ты так же, как любишь языком чистать. А, мы бы поженились в... Фу. Не от тебя тошнит. Привет. Еще одно слово, и я вырву тебе их хребет. Блин, я что-то отвлекся и не прочел. Как вам угодно, леди, сказал он с невероятным сарказмом. Ладно, ты что мне скажешь? Брак — это для уродов-неудачников. Я так благодарна тебе за то, что ты решил в голод и убил кучу моих друзей и родных. Ты за форт. Если ты начинаешь виски, то уже недели давно раскопки. Ладно, что здесь у нас? Так, окей. Надеюсь, что-то ложное, что-то новое. Создать, так, приворотное зелье. Тут закрыто. Порыбачить. Ну ладно. Ладненько, ладненько. Эд. Привет, Эд.
Самогонный завод Зафора. Самогонный завод. Мотель «Гуляй равнина». И смотри, какая у меня добыча. Ни хрена он быстрый. Стой, 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 я его догнать не могу. Моя прекрасная добыча. Это что, малыш? Так, я серьезно, малыш, они всегда ведь новые, да? Тихо-тихо-тихо. Все? Так, ладно, собираем. Что попадало? Тут много что попадало. Ридия. Ну, ридия мало, конечно. Там базука только была, ладно. Там была только базука. Ага, тут что-то есть стоять. Или мы там открывали? Мы открывали, да, что-то получается. А не, это приманка стоять. И? О! О! О, что-то словило. Здоровый. Тихо, еще нужно атаку. Готово. Минус червячок. Так, походу мне нужно искать еще приманку, чтобы ловить вот этих. Так, раз, я вижу, два, три, четыре. Там, короче, четыре еще удочки. Ага, я их должен сюда цеплять. Ну, а я потом подцепляю их. Так, еще там иридий. Ладно. Надо, чтобы место главное у меня было. Блин, пособирай все-таки иридий. 66 штук у нас. 66, ну, это нормально. Так, двустволка, тихо. Ну, блин, ну он такой, знаете, типа враг. Ну, не враг, он же, типа... Или прикол. Ну, блин, из него мало падает. Сколько максимум там? Пятерку выбил из него иридии. О, все. Плюс рейтинг безбашенности. Так, найдите что-то, чтобы одолжить. Так, рыбка. Найдите что-то одолженное и что-то новое. Да этот чертов искатель забрал нашу малютку Черзы. Ой, похоже, рядки так разозлились. Скорее прикончи их. Да, убей редкора, который пытается защитить украденного тобой малыша. Эй. Воу-воу. Давать. А деды эти жесткие. Здрасте. О, музыка прикольная.
Ту-ту-ту. О. Готово. Так, это... Так, вычеркивание. Так, что-то там еще было. Что-то странное, знаешь, искатель граничен. На самом... На самогонном заводе должен быть хорошие выдержанные виски. Давай, жми туда. А сейчас тогда уже шарики повзрываем. О, достал. Икс. Готово. Можно, знаете, одной серии это снять, да и все. Тоже можно, как варик. Тоже можно как вариант. Покиньте. Так, похоже, самогонный завод запрет. Впрочем, чем я пытаюсь действовать? Ну, спрятать как снаружи. Поговори с ним. О, горе мое. Моя залюбленная робница страдала на перевогонной заводе, но я не могу ее спасти из-за своих запрограммированных проблем с самооценкой. Грузчик, может, он сумеет выбить дверь? Может, поговорить с ним, так, подтолковать на... Поговорить с роботом? Чувак, пошли ее спасем. Тёлки обожают героев. Спроси хотя бы у моей жены. То есть, бывшей жены. Неважно. А, так слышу, наш герой может разговаривать. Иди... Знаешь что? Ты дело говоришь. Идем спасать мою подругу. Запускаю протокол рыцарства. Ты уходишь? Стрела. Подожди, а какого они уровня? 35-го. Видите, типа, чтобы враги от меня не отставали по уровню, их делают сильнее. Понимаете, я вот почти чуть не сдох. Это жестко. Стелла, я иду. Похоже. Бам. Бац. 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 Все. Или еще будете влазить? Держись, Стелла. Твой робот-спаситель уже близко. Так, сейчас могу... Не споймал. Похоже, робо-эволюции стали рубами. 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 Куда шить? Избавься от него! Ну хорошо! Не отходите от робота. Ну, сырой робот! О, как это по тебе скучало! О, Стелла, твои прекрасные белокурые волосы ни к чем не спутать. Тут просто дофига виски. А теперь нужно найти качественные. Так. Ищем качественное. Ищем. Кажется, нашел. Ух ты, ужасно. Ой, похоже, это не то. Попробуй другой. Отстой! Ненавижу виски.
Если в глазах нет темноты, значит виски плохой. Попробуй дальше. Лицо немеет. Наверное, это хорошо. Вот оно. Бери виски, идем на следующий ингредиент. Так, у нас есть новый... Так, старый и должен, а теперь тебе нужно золото. Наверняка его не придется искать. Найдите что-то золотое. Тупик, тебе придется искать обход. Искать хранилище? Позвольте мне сделать для тебя хотя бы это. Так, готово. Вот. Не, вот это начинается жесткое, на самом деле. Вау. Тихо, тихо, тихо. Так, готово. Теперь нам нужно как-то подняться к этой херовине. И все туда закину, да? Найдите что-то золотое. Подвыпивший молотильник. А, я понял. Так, готово. Турель отключаем. А как я туда заберусь? По-другому никак, да? Значит, только на обход. Значит, только на обход. Так, готово. Продать, продать. 11к умноженное. Оставляем. Патроны для снайперской винтовки. О. Видов боеприпасов. Хорошо. И что плюс ты даешь? Патрон для дробовика. Ох ты. Так, дробовик. Я понял. Ладно. Делаем таким образом. Я понял. Пистолет нужен. Пушка, 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 пушка. О, мусорщик, грузовик. С подарочками внутри. Нет. Ни внутри ни хера нет. Так, хорошо. Ну, базуку оставлю. Может пригодится. Грузчик с золотишком. Эта штука из чистого золота. Ух ты ж, ё-моё. Ё-моё. Да, сложно пошло. Обнаружен противник.
Так. Ух ты! Ну так получилось. Изи. Так, как мне теперь? Ага, все, нырнул. Давайте я просто пробегу. Отлично. Бежим, бежим, я не хочу просто драться с молотильниками. Так, забираем. Тихо, сейчас все будет. Так, хорошее золото, кусочек золотишка. У нас есть все необходимое, теперь мы сможем сварить превратное зелье. Отличненько. Котелок где? Ага, там все можно сделать. Там, мне кажется, можно, знаете, одну серию, это одна охота. Сначала добавляем золото. Отлично, теперь виски что-то... Так, старое. Ладно, вот так присядем. Теперь бросай малыша. Элли! Ха, шучу, не бросай малыша, просто поднеси его к микстуре и заставь плакать. Однажды ты попытаешься развести людей мемом из эхонета, а они не засмеются, а потом сожгут твой дом. Подумай об этом. Круто, малыш плачет. Серьезно? Запомнили, что сейчас было? Вот так хорошие люди становятся плохими. Ну и зашибись. Больше никогда не говори ничего. А теперь давай все это перемешаем. Быстрее на шоколад плохой. Похоже, что любовное зелье уже готово. Слушай, раз уж речь зашла о Броке, я вот все думаю. А у тебя есть мистер и мисс Искатель Хранилища? Я много с кем встречался, но жениться только один раз. Интересно, как она там сейчас? О, пока все чудесно. И теперь включи машину и перегони зелье. Не взорвется? Похоже, зелье готово, бери его. Так, теперь достал это дурацкое зелье и сыграем эту идиотскую свадьбу. И верни малыша на место. Ну да, неважно, сделай это. Окей. Возвращаем малыша на место. Ой. Меня поджидали. Так. Пекаль. Пистолет. И выбираемся. Ну да, получается даже... Не, ну как, не локация. Ну такие вот, поняли, будут. По переходов никуда не будет. Просто локация. И не больше, ничего. Так, вернуть малыша. Побежали. Короче, у нас... Так, еще поохотиться, да, нужно? Ладно, успеем. Подожди. Так, какой там рецепт? Что-то новое, что-то старое, что-то одолженное и что-то золотое. Похоже, это все. Уверена? Может, что-то синее? Что? Синее же рифмуется с золотым. Спасибо. Мы решили установить свадьбу на свежем воздухе. Так. На свежем воздухе, говоришь? Отправьтесь на свадебную церемонию. Окей, подождите. Давайте я, прежде чем туда отправлюсь, я... Поохочусь на рыбку. А больше рыбок не было, да, у нас? Эх, ладно, погнали. Поохотимся, потом пойдем дальше. Так, что у нас по боеприпасам? Так, дробовик есть. Тебе деньги карман не оттягивают?
Так, так. Патрон для пистолета, ПП, борьба, штурмовая винтовка. Смотри, там веселись, но в меру. Так, я могу вниз спрыгнуть, я могу сюда спрыгнуть. А разница? Ну ладно. Вонючая свадья с вонючим женщинкой и жениха искатель гранища. Это все ты виноват. Если бы ты не дал тебе обнюхивать, мы бы искали в этой ситуации. Если бы я не дала? Посмотри на меня. Ни одного женщина с моими умениями не позволит такую уродину ее сменить. Мы на этой дурацкой свадьбе, потому что у тебя нет вкуса. У меня отличный вкус, идиот. Чтоб ты знал, если правильно подобрать освещение, то ты очень даже красивый. Ты пришел, чудесно. Жених и невесты дрожат от предвкушения. Дорогие мы собрались здесь, чтобы... Пошли вы все в жопу. Пусть все твои тупые хватки горят в аду, и особенно эта подлая система кошелка Мокси. Кошелка. Ах ты с... Нет. Мы же должны заключить мир. Давай. Выливай зелье в чашу. Я это пить не буду. Конечно, не будешь, трусливая тварь. Ни хрена подобного. Ха! И кто теперь трусливая тварь? Я не позволю какой-то фифи из редкого не перепить. А, слушай, а ты вдруг стал совсем ничего. Ага. Я весь такой. Возбужденный. Ах ты ж... шлемах. Да, давай их снимем. Настоящая любовь не должна знать преград. Ах, блин. Нет. Все, и тут начинается жопа. Так, жених и невеста. Теле-теле тесно, как говорится, да? Ну, вы видите сами, да, что происходит? Главное не давать себя бить, им нужны патроны. Много патронов, очень много патронов. Блин, там нужно, короче, было, походу, по уровню мне играть. Так, ладно, не-не-не, нужно бегать, надо бегать, я сейчас сдохну. Так, тихо-тихо. Все. Я разобрался с ними. Да, я бежал. Так, погиб в клане, прежде чем. Вы убили молодожены, чудовище! Так точно, мать твою, и поэтому клан Зарфа объявил войну Макси и Искатель Хранилища. И редкие вас поддержат. Мы типа объявили клан для того, чтобы нас убили. Слушай, я понимаю, как мы... Вы все в порядке? Легко. Если что-то, все долся. Да? Я думал, там будет хотя бы по несколько серий, поэтому я их все объединю в одну. О, рыбка. Мы сейчас пойдем с вами на рыбку охотиться.
Сейчас пособираем, что здесь еще есть. Все, что тут еще осталось. Короче, в чем суть была врагов этих? Почему я типа не атаковал типа одну, да, потом второго? Потому что в чем фигня? Если умирает одна, или он, или она умрет, типа, они начинают лежать. И типа напарник может подбежать и чисто полностью отхилить его. Те хп. Поэтому я как-то так подумал, нафиг надо, я лучше сделаю так, как положено. Так, все, на это должен автомат херня. Потом поменяем на что-то иное. Так, здесь лифт, так? Да, тут лифт. Так, продаем. О, у меня ж базука была, точняк. Что-то я тупанул. Ну, плевать. Уже плевать. Так, скорость подзарядки, задержка. К стихиям, максимум уровень здоровья. У меня наподобие. Хотел сказать, у меня наподобие такого ведь. Подожди. Так, инвентарь. Устройство, здоровье максимально. Ну, это то же самое, да. Только там емкость подзарядки быстрее. И задержка меньше. Там, ну, больше. И хп немного побольше будет. Ну, го. Здравствуй, хрен. Бап, 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 бибип. Готово. Ах, любовь молодых. Очень сложно придумать мораль этой истории, разве что насилие это здорово. Нет, не выходит. Что теперь у нас вот эти ящики открыты? Фигня. Вот у хороший был. Так-то уже не с огнем, а с кислотой. Так, Абнар повержены, данный запуск или маск. Цена секса увеличивается. Так, секс увеличивается. Так, пришло время любви. Ты будешь собирать романтические подарки, а я тебе время задержки любви за нас подписки с Роса Эхо. Прежде всего, прийти мне сигары, возможно, они есть у редков. Так, давайте сразу образ намочу. И погнали ловить рыбку. Я все буду в одной DLC, ну сразу, в одной серии все выполнять. Из таких вот охоту на голову. На головяху. Так, а что у нас только это? Трейрбехи? Это мало. Еще где-то одна должна быть. Ну, одну мы споймали. Их должно быть 5. Рбех этих. Поэтому где-то еще. Потому что еще с той стороны. Потому что еще с той стороны. Так, ладно. Добыть сигареты. Когда Мокси запрограммировал меня что-то там. Так, здесь сигареты. О, здрасте. Ну, время текать. Да. Минус. Так, здесь мы словили. А, то есть я могу только одну, да, ловить сразу? Окей. Так, дробовик. Долго ловится.
О, клюет. Это электрический. Давай. Готово. Так, ловим следующую. Просто мы споймали две с... три с этой стороны, и стоит две у нас получается. Но я не могу найти еще одну приманку. Вот один, два, один, два, три, четыре, пять. Рю, молотильник, любовник. Так, отцепитесь от меня. Так, добыть светлый парик. Я понял вас. Так, тихо. Пам-пам-парам. Готово. Так, получается, вот у нас еще рыбка и здесь, но я не знаю, где последнюю потом найти. Мне найти потом последнюю мне приманку. Так, за париком сейчас еще сходим. Ловись, рыбка большая, ловись. Большая всегда. О, клюет. О, это уже огненный пошел. Так, тихо. Готово, все, отходи. Готово. Ой, пипец, тут сколько вещей валяется. Удивительно. Мёши, а не, есть место. А это что такое? Походу, это палка с шипами. Блин, а вот и где мне еще найти мне нужно? Вот видите, еще хотя. И мне походу еще нужно одного найти. Еще одну приманку для вот этой вот. А только где приманку найти? Вот это уже да. Я думаю, что скорее всего в этом. Чик-чик-чик. Куда я сейчас бегу? Где-то там она валяется. Ну, можно будет типа, по локации пробежать, посмотреть. Может, серьезно, где-то там валяется. Добыть светлые волосы. Так, на дробовик. Попроси... Села, мне нужен твой парик. Можно его одолжить? Ой, извини, этот парик подключен к системе расхода, друг враг. Если я его сняю, то я сойду с ума. И, наверное, умру. Дело в том, что этот парик нужен для задания. Но это же... Ага, ну, то есть у тебя в журнале будет висеть выполненное задание, но это же не страшно, так? Нет, это страшно. Извини, но я ненавижу оставлять задание на середине. Должна убить тебя. Стелла, нет. Извини, Зет. Эд. Волну удовольствия теперь приносит мне последний романтический подарок. Смазку.
Дрозаль жена зафрелась для спасения его. Все. Отъехал. Так, куда ты мне говоришь? О, как раз туда, куда мне нужно. Как раз туда, куда мне нужно. Чтобы посмотреть насчет... Любовь — это клей, которому не дают веселье распродажа. О, теперь я понимаю, что происходит. Так, скачал несколько романтических комедий из Эхонета. Наверное, это... Так, где мне последнюю приманку найти? Хорошо, что я здесь всех поубивал, то тут никого больше нету. Я хочу найти последнюю приманку, чтобы еще словить, и чтобы мы тут с вами открыли. Здесь нету приманки, там нету. Она может быть где угодно спрятана, на самом деле. Поэтому я смотрю везде. О, так вот это оставлю. Продать, продать, продать. Так, оставить. Так, пистолет продаем. Штурмовая винтовка. Так, винтовка, винтовка, перезарядка. Емкость магазина падает, нафиг надо. Рон в ближнем бою, нахера. Продать, 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 продать. Так, здесь мы продаем вот этот автомат. Выходим. Инвентарь. Ставим этот. Достижение получено, рейтинг беспашенности. Так, подожди. На них нападут, ведь так? Добыть банку с маски! Они не хотят отдавать мне свою смазку. Ну ладно. Эта смазка пригодится. Ошибка. Теперь возвращайте на романтический подарок. Почему здесь вообще враги появились? Блин, жалко, что щит не всегда работает. Вам побежали. Приманки нету. Ой, типа. Тихо. Так. Ага, патроны для снайперки. Да, здесь приманки не наблюдается. Здесь тоже? Здесь тоже. Тут тоже нигде не валяется. Хорошо. Это сейф. Так, там молотильник, который на меня нападает. Здесь у нас что в углу? Ничего. Стоять. Что-то показалось, подсвечено было. Показалось. Блин, мне нужна чертова приманка последняя. Последняя приманочка. Я думал, может, она где-то здесь, в бочечках валяется. Нету. Не вижу. Ну. Даже я тут нету просто задания на эту фигню. Запускаю файл. Чтобы они по мне не пыляли, я просто побегу. Так, там тоже, да, ничего не лежит. Ай-яй-яй. Ладно. Вернуться к пошляку. Пошляк сам ко мне пришел. Я хочу любви. Передай романтические подарки моим потенциальным партнершам. Первое. Рейник. Лизаин. Окей, поехали. Это где? Стоять. Я подключил, так, первого подобного. Приготовься к тому комплекту оскорблений, которого еще свет не видел.
Тихо-тихо-тихо-тихо, чего вы начинаете в меня пулять? Тут цепляем рыбу тогда. Не, видите, нужен пятый. А где пятая рыбёха, я не знаю. Не вижу я пятую. Так, ладно, погнали туда. Доставить светлый подарок. Так, походу это тебе. Ты красивый, но у тебя волосы, как у тончезы жертвы пожара. Найди это парик или... Так, любить тебе достаточно? Нет. Принято. Вторую... Так, надо отнести за Фолду. Наталью и Лину. Его мы ухмурили чисто напором. Так это... Ага, вижу. Блин, а я не знаю, где последняя приманка. Вот, сигарета, неофициальный символ Фреддеса, похоже, немедленно жениться на мне. Не, мне так нормально. Понял, теперь меняют... Так, термоядерное средство, отнести последний подарок Мокси, чтобы я смог открыть ей свою душу и сердце. Так, последний, ну типа Мокси здесь. А здесь нигде не валяется? Походу нет. Ладно. Мокси, моя любовь, и к тебе позволяю мою шестерзе вращение совсем как-то вонючая смазка и выходит за меня замуж. Скажи, хранилище, обе пошлика. Ну, за что? Я думал, любовь это щит, который нужно пробить пулями настойчивости. Нет, это называется преследование. Так, убить пошляка. Окей, может из пошляка выпадет последний. Извини, я знаю, что любовь нельзя пошутить на селе. Искатель хранища, заверши свое дело и положи конец между моему жалкому существованию. О, нет, лучше оставь его в покое. Похоже, он уже получил урок. Пощадить пошляка. А к черту, завали его. О, я понял. Так, ну ладно, вытащи его основной ИИ и перепрогнал снова. Раз встречайся, искатель хранилища. Ладно, бежим. Так, ну смотрите, уже 58. Ну, это понятное дело, что 5 минут мы потратили то, чтобы выйти с той локации. Старой DLC-шки. Блин, а как мне тогда это искать, последний ингредиент? Любовь, так, это мука. Больше романтическая комедия, я ее не смотрю, не дам. Тьфу. И все, в принципе, как-то так. Ладно, давайте посмотрим новый образ. Новый образ, новый образ. Так, особый. О, тут такой у нас теперь. Жутковато. Жутковатая масочка. Я думал, может она где-то валяется, блин, это рыбка. Ну просто для того, чтобы мне последнюю получить, мне нужна рыба. А я, в принципе, рыбу здесь вообще не вижу нигде. Ладно, давайте, я думаю, на этом тогда закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.